К другим темам. Тверские школьники в преддверии Нового года отправят в зону проведения специальной военной операции для российских военных праздничные открытки, сделанные своими руками. Учащиеся школы номер 34 присоединились к всероссийской акции «Фронтовая открытка». Какие пожелания хотят передать бойцам юные тверичане, прочитал и наш корреспондент. Открытки, сделанные своими руками из картона и цветной бумаги на уроках труда, четвероклассники кропотливо украшали новогодними аппликациями, наклейками и блестками. Внутри аккуратным почерком, буковка к буковке, теплые пожелания самого главного адресату. Тому, кто сейчас сражается за победу в зоне специальной военной операции. Я желаю, чтобы он поскорее вернулся домой, чтобы они вернулись с победой. Поздравляю его с Новым годом, желаю счастья, здоровья, добра, всего самого наилучшего. Для самих ребят участие во всероссийской акции «Фронтовая открытка», которая организована по инициативе Министерства обороны во всех регионах России, возможность не только поздравить наших военных с наступающими праздниками, но и сказать спасибо. Среди участников проекта четвероклассники Андрей и Влада. Влада показывает готовую открытку, успела переписать в нее с черновика свое поздравление. Написала «С Новым годом», пожелала солдату самого наилучшего. Вот такая открытка. Я решила поучаствовать, потому что они защищают нашу родину, нас защищают. Солдаты, они это заслуживают. Солдаты воюют за нашу жизнь, они же спасают нас. Фронтовые открытки делают учащиеся нескольких классов 34-й школы. А для четвероклассников это далеко не первый подобный проект, рассказывает учитель начальных классов Светлана Нестеренко. Причем, как отметила педагог, представители подрастающего поколения сами проявляют инициативу. Мы с ребятами решили принять участие в этой акции. Это уже не первая наша акция, в которой мы активно участвуем. И вы не представляете, с каким воодушевлением, с каким желанием, с каким старанием ребята делали открытки. Самое главное, ребята стали настоящими патриотами. Вот если сравнить 2 года назад, допустим, детей и сейчас, дети становятся более патриотичнее. Письма, открытки – это возможность морально поддержать тех, кто сейчас защищает родину, а также воспитать в детях патриотизм. А это немаловажная задача в сегодняшних реалиях. В этом еще важна и поддержка родителей. И судя по тому, как активно молодежь изъявляет желание быть полезным для своей страны, старания мам, пап и педагогов не прошли зря. Напомним, что акция «Фронтовая открытка» стартовала в России 5 декабря. Принять участие в ней могли школьники и студенты до 18 лет.